вот за водой первый раз пришла и говорю, мы не люди, а дикари. Около прям колодца все выкидывают, все бросают. Не знаю, что с нами людьми делается. Города везут в основном с гаражей на вот с этих самых. Вот смотрите, это что, дачные что ли? Ответ председателя был: мы ваше предложение не принимаем. Мы готовы оставаться в этом мусоре. Мы готовы жить как свиньи, но убирать ничего мы не будем. Ссылка идет на то, что денег в кооперативе мы собирать не сможем собрать. Вот прямо человека поймать, да, и штрафануть за все эти дела. Думаете, поможет? Не поможет. А чего у нас поможет? Ничего не поможет. Так что дела такие плохие у нас.